Что же касается самого военного положения? А Сполучені Штаты Америки? просто нажал на кнопку. И военный стан в врятувати Порошенко? Ты управляешь ситуацией или ситуация управляет тобой? Петр Алексеевич, ну хватит ставить рельсы в колеса северному потоку. Через там, пару минут должен Путин напасть. У 2014 році президент Порошенко виступав категорично проти запровадження воєнного стану, говорячи про те, що в такому разі МВФ не виділить нам гроші і Україні не дадуть зброю. Ситуація 2014-2018 все-таки відрізняється кардинально. Перше, в 2014 году президент Порошенко виступав в августі, если мені пам'ять не изменяє, после лавайской трагедии. нього був другой рейтинг, во-вторых, не было виборів. Встреті, как бы міжнародная антироссийская коалиция была как никогда. Едина. Что произошло в 2018 году? Ну, во-первых, рейтинг президента. Максимум, что ему дает открытая социология, это 10%. Ну, реально, это где-то 6-8. Второе. Запад раздвоен в отношении Украины. Это видно и по политике Соединенных Штатов Америки, это видно по политике Европы, это видно по политике Китая, это видно по политике Турции. Третье. Международный валютный фонд ни в 2014, ни в 2018 не мог не дать Украине денег, потому что в уставе МВФ не прописана такая опция, как не давать кредит во время военного положения. Там прописана, например, опция не давать за полгода до выборов. Но, как мы понимаем, и эту опцию Международный валютный фонд благополучно преодолел. И У нас вот, же закрыты очи. Да, ну понимаете, Международный валютный фонд это инструмент. Инструмент для решения определенных геополитических задач. И давайте вспомним шестнадцатый год. Да, когда Джозеф Байден, тогдашний вице-президент США, просто нажал на кнопку, не, выдавая, не давая Украине кредит в 1 миллиард, потому что Петр Алексеевич должен был уволить Шокин. Где Шокин, где 1 миллиард и где МВФ, да, и где Байден. Да, ну, казалось Он сказал, что я до вас прилечу через несколько годин, но вы до того часу должны звільнити генерального прокурора. Да, то есть там было ряд требований. Одно из них, наиболее яркое, о тогда писала наша пресса, это увольнение Шокина. Критерии плавающие и определяются очень одним простым методом, целесообразностью. То есть, когда МВФ целесообразно давать деньги, он дает. Когда ему это нецелесообразно, он находит массу причин и поводов для того, чтобы эти деньги не давать. Сколько Украина не получала кредиты МВФ уже? Второй год пошел. А что, за это время Украине надо были деньги? Потом. Поэтому, как видим, здесь ситуация достаточно простая. Что же касается самого военного положения? Опять же, выбор. Петр Алексеевич чистую эти выборы выиграть не может. У Петра Алексеевича были показатели третье, пятое место. Это вообще ни о чем. А в случае, даже если админ ресурсов вытягивает во второй тур, то он проигрывает Тимошенко в 9 случаях из 10. Ну, даже Зеленскому, может быть. Да, Зеленскому, то там практически всем. То есть даже Верки Сердючке. И военный стан покликанный врятувати Порошенко? В том числе. То есть, опять же, военные, военное положение — это инструмент. Ты управляешь ситуацией или ситуация управляет тобой? Противоречия между, например, Народным фронтом и БПП никуда не делись. Противоречия между администрацией президента и Кабином тоже никуда не делись. Просто они пока временно отошли на второй информационный план, потому что есть военное положение. Мы вот ждем, да, вот через там, пару минут должен Путин напасть. Подождите, ну какие цены на газ? Ну какие реформы, ребят? Ну... ну ну, какие там, я не знаю, дороги. Могут ну, що... ли в том числе, суспільства от нагальных проблем. Конечно. Ловкость рук никакого мошенничества. А на вашу думку, почему военный стан был запроваджен лишь в 10 областях? Во время введения военного положения состоялся звонок Ангела Меркель. Я когда в одном из интервью говорил, что Ангела Меркель во время своего визита в Киев намекнула Петру Алексеевичу, что есть мнение, что выборы должны пройти точно в срок. Соответственно, Петра Алексеевича такая перспектива мало Радует, но делать нечего. Петр Алексеевич, ну хватит ставить рельсы в колеса Северному потоку. Если ты будешь дальше идти фарватер американской политики, то Европа в конце концов не будет настаивать <coughs> на том, чтобы был заключен в 2020 году новый транзитный договор. Просто есть в политике вещи публичные, которые можно озвучивать, а есть не публичные, ключевые не публичные. Стоил ли визит политика такого уровня в Киев для того, чтобы обсудить и озвучить эти вопросы. Ну, да, на находят... конференцию выступить перед студентами. Да, да. То есть э, вопросы такого уровня, которые находятся ну, там, на уровне министра иностранных дел, министра экономики. Это реальная политика, она не, всегда не публична. В публичной плоскости мы уже обсуждаем принятые решения, и можем моделировать ситуацию, исходя из того объема информации, который у нас имеется. Так вот, с моей точки зрения, повторяю, с моей точки зрения, именно визит Меркель в том числе стал катализатором. Ведение военного положения. После того, как Петр Алексеевич понял, что выборы надо провести, он понял, что надо что-то делать. И вот это что-то делать, и получилась кер керченская ситуация. Мы же до сих пор не можем прочитать, а какой был отдан приказ нашим морякам. У нас военное положение в 10 областях, и мы требуем от всего мира вести санкции против России. На основании чего? То есть танка всегда штанцуют вдвоем. Покажите хотя бы часть приказа. Вот мы так шли. Объясните народу Украины, а почему в сентябре была ровно такая ситуация, она закончилась мир. Ну, все сводится до рейтингов, выключено до политической доцельности, рейтинги, а не до да, Рейтинги – это как бы начало, да. а конец процесса – это то, что там пройдут выборы. И Петр Алексеевич не сможет там получить тот процент голосов, который ему позволит хотя бы выйти во второй ту. Следовательно, ему необходимо поменять повестку дня, переформатировать ситуацию так, чтобы игру, условно говоря, вел он. Но когда ты подстраиваешься, ты опаздываешь. Ты все время реагируешь на ситуацию, о которой ты в принципе не имеешь ни малейшего понимания. Ты можешь ее предположить смоделировать, но ты не знаешь, как именно она развернется. А вот порядок денный, який намагается змінити в том числе Петро Алексеевич, для цього вистачить э, 30-й ДИП. Буквально позавчера Шпигель написал о том, что Мариуполь готовится к обороне. Теперь почитайте как бы, СМИ так называемых республик 15-го числа, максимум 25-го, следует ожидать провокаций. как-то, знаете, так случайно Нет. как так случайно получается, что вот как только у Петра Алексеевича становятся дела не очень, так его злейший гибридный друг Владимир Владимирович почему-то всегда приходит на помощь. Колишний радник президента Путина Андрей Ларион в интервью одному известному украинскому журналисту сказал, что удару от России следует и в Херсоне. Понимаете, не суть важно где это. Херсон, Мариуполь, Николаев. Донецк, там Пески, да, не суть, важна. Важен результат. Что э, позволило Петру Алексеевичу вести военное положение ситуация в Керченском заливе. То есть прямая причинная следственная связь. Но провластные парохоботы, понимая, что ну, это читается на раз-два, пытаются эти как-то моменты развести. Вот керченская ситуация это отдельно, а военное положение это отдельно. Да, мухи отдельно, котлеты это. отдельно, да. И вот этот дуализм постоянно заставляет их краснеть на различного рода ток-шоу. Это вопрос, ребята, объясните, а почему был такой состав корабельной группы? То есть со два бронекатера, которые не предназначены для действия в море, и тральщик, которому там 40 лет, уже даже больше. Как Петр Алексеевич сказал в Верховной Раде, помните, когда было открытие СССР? Либо вы выбираете меня, либо вы выбираете агента Путина. Третього не да. Пане Руслан, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що ситуація у Керченській протоці поставила Європу на розтяжку. От поясніть, що ви мали на увазі? Яка тема номер 1 європейських, американських СМІ? Це Северний Поток поток-2». Скажіть, будь ласка, ситуація в Керченському проливі тримувала реакції Європи? Трамп сказав, мені це все не сподобалось, те, що там відбулося. Так, да, ну зараз ми в Європі. Тобто, від Європи всі ожидали жорстка реакція. Що таке жорстка реакція? Это ведь не озабоченность, а глубокая озабоченность. Это конкретные, понятные действия, которые заставят Россию пересмотреть свою ситуацию. Была встреча Павла Климкина и Фредерики Магерини. О чем говорил Павел Климкин? Надо вести жесткие санкции. Что ответила Магерини? Санкциями давайте мы пока подождем, давайте мы лучше вот регионам, пострадавшим от российской агрессии, поможем. Более конкретно выразился Хайка Камаз, Это министр иностранных дел Федеративной Республики Германии. Немеченная не плану я. Если Украина провожу. будет настаивать на том, что Северный поток не должен быть построен, то Германия не сможет в будущем помогать Украине. Германия, как мы знаем, это экономика Евросоюза. Это, но, но, да, но, но, это не не его кошелек. которую называют лидером Европейского союза, заявила про то, что стоп санкций не будет. посыл санкций не следует ожидать. Не только не как бы не следует ожидать усиления санкций. Мы можем говорить о всем, что угодно. Кроме того, что касается национальных интересов Германии. Национальные интересы Германии состоят в том, чтобы Евросоюз продолжал свой путь к мировому геополитическому и экономическому лидерству. Следовательно, Европейскому Союзу для того, чтобы производить конкурентоспособные товары, ему нужны, ему нужны дешевые энергоресурсы. Евросоюз взял курс на отказ от атомной энергетики зеленая, так называемая энергетика, пока что по стоимости, по себестоимости киловатт-часа не может конкурировать с обычной. Следовательно, все ведущие мировые агентства прогнозируют, что в течение ближайших 10 лет рост потребления природного газа в Европе будет расти. Это мы можем даже наблюдать по прокачке газа через нашу ГТС. В данном случае Северный поток позволяет Германии стать всеевропейским хабом и продавать свой газ. Европа — это в первую очередь социальные стандарты того, чтобы их обеспечивать, учитывая, что вся социальная инфраструктура что у, них, что у нас она дотационная. Поэтому Германии категорически невыгодно любое обострение украинско-российских отношений, любое, с чьей бы стороны оно не исходило. И именно поэтому Германия, вслед за ней Франция, говорят, а давайте деэскалация, дайте спокойно. А давайте поговорим. Вот ВОЗ и ныне там, он где-то остался а на уровне 14. Говорить. Да. А мы поговорим. А с Штаты Америки? После 2021 года собирается стать чуть ли не основным игроком на рынке природного газа. Они собираются добывать до триллиона кубов в год. Для примера, у «Газпрома» это где-то 540, 550, 560 миллиардов кубов. Но произвести это не самая большая проблема. Что с этим делать? Перераспределить европейский газовый рынок – это ключевая геополитическая задача Соединенных Штатов Америки вообще на ближайшую историческую перспективу 2-3-4 года, и Дональда Трампа в частности. Давайте не будем забывать, кто поддержал Дональда Трампа. Эксон Мобил в том числе. Но проблема состоит в том, что пока американский газ, а, очень дорогой, б, логистически невыгоден. То есть если буквально сейчас начать поставки американского жиженного газа, вот решив все проблемы, начиная там производства, логистика, это ж флот танкеров надо, построить все хабы в Европе, полностью их загрузить на все мощности, то все равно на выходе американский жиженный газ для конечного потребителя в Европе будет на 20-25% дороже, чем то, что они сейчас получают у Газпрома. Какой выход? Первое, обрубить северный поток. Второе, распилить нашу ГТС и сделать так, чтобы у России не было возможности поставлять в Европу природный газ. В об'ємах свише тих, які вона поставляє. Який варіант більш вірогідний? А обо варіанти робочі. Як один противоречить второму? один просто допоняє вторий. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.